Здравствуйте, дорогие мои коллеги-садоводы. Конечно, тему коронавируса мы тоже не обошли. Работаем со всеми защитными средствами. Маски, перчатки и все меры предохранения, которые могут быть сделаны в торговой точке, у нас производятся. То есть полностью дезинфекция. Но поскольку мы работаем здесь с Еленой вдвоем, выбрали минутку, закрыли торговый зал буквально на несколько минут, чтобы сделать съемку, я позволила себе маску снять. А так у нас приняты все меры предосторожности. То есть работать с нами спокойно, надежно и комфортно. Расскажу, чтобы не попались на удочку недобросовестных продавцов. Первое. Если вы покупаете растения с открытой корневой системой, посмотрите, как они у нас хранятся. Принцип хранения очень простой. Если вы выберете в пакете, как вот продают вдоль дороги, в пакете, помните для себя, это гербарий. Выбирать нужно только у того продавца, где хранится правильно надлежащим образом. Мы растения свои храним в опилках, причем перепревших, хорошо проливаем водой с фитоспорином и контролируем ежедневно, чтобы голый корень не попадал на воздух. То есть вот это растение с открытой корневой системой. Вариант второй. Растение с комом. Мы сейчас вам покажем растения в комах. Вы тоже их должны видеть. По сути дела, это та же открытая корневая система, только индивидуально упакована в сеточку и в пакет. Еще есть третий вариант. Продажа растений в контейнерах. Вот здесь хочу вам показать некоторые тонкости и нюансы. Покажу на примере хвойного растения, потому что принцип один и тот же. А яблони не стала брать, но они уж очень большие. Зачастую делают очень просто. Берут растение с открытой корневой системы, которое стоит буквально там 350-360 рублей. Это если вот плодовые деревья. Извините за сленг, прям засовывают их в контейнер и засыпают почвой. На этом все. И продают их как растение с закрытой корневой системой. Либо продают их в пакетах, что тоже должно вас навести на мысль. Растение с открытой корневой системой в пакет засыпано торфом и выдают их как закрытую корневую систему. Не ведитесь, пожалуйста, на эти моменты. Закрытая корневая система говорит о том, что растение выращено в этом контейнере. Как проверить? Проверить очень просто. Первое, берем контейнер. Второе, смотрим, выходит растение из контейнера или нет. Если вы растение немножко потянули, и оно вышло, а почва осталась, то есть вы увидели голый корень, значит, это растение стоит недорого, и это открытая корневая система. Если вы взяли, и растение вот так у вас выходит вместе с почвой, и уже готовый корень, посмотрите, какая шикарная корневая система. Вот. Это говорит о том, что растение выращено в контейнере и продается в контейнере. Цена этого растения будет выше. Это вот то, что самое первое, что нужно знать. Дальше. Всегда задают вопрос по поводу того, районированное, нерайонированное. Вы знаете, как я рекомендую вам все-таки приобретать тот посадочный материал, который приехал, во всяком случае, в Центральном федеральном округе, который приехал не из южных регионов. Проблема в том, не в том, насколько районированный посадочный материал или нет. Проблема в том, выживет ли у нас южное растение. То есть в этом все дело. Мы берем посадочный материал только у наших отечественных российских производителей и уже проверенный. Я россиянка до кончиков ногтей и всегда только за свое отечество, как бы ни пафосно это звучало. И мы стараемся отдать приоритет на 99% российским производителям. Вы на наших полках вряд ли найдете импорт, кроме сербских роз. Мы работаем только с нашими российскими производителями. А тем более в условиях пандемии, конечно, все-таки лучше отказаться от импортного посадочного материала в пользу российского. Что хочу сказать, приятные новости. У нас огромная коллекция плодовых, шикарная малина, прекрасные плодовые деревья и кустарники. И буквально завтра я начну вам рассказывать о том, какая у нас малина и какие у нас сорта. А сейчас я вам желаю вкусного, вот прям вкусного, хорошего настроения. Если вы дома, посмотрите какой-то интересный фильм, займитесь самообразованием. Ну, конечно, зайдите на сайт Садового центра «Северин», посмотрите наш канал в Ютубе. А если вы на дачном участке или в загородном доме, не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Идите на свой участок, порадуйте себя новинками. Кстати, у нас продолжается наша акция «Доставка по городу Тула бесплатно от заказов 1000 рублей». Мы доставляем бесплатно нашим автотранспортом.
Также мы делаем бесконтактную доставку до вас. Мы отправляем заказы транспортной компании Почты России. Вы можете оформить на сайте или по номеру телефона почты, все ссылки указаны ниже. Оформить себе бесконтактную доставку до двери. И вы будете с новинками для сада, с богатым урожаем. А садовый центр «Северин» вам в помощь. Причем не один садовый центр, а вся франчайзинговая сеть. У нас сейчас работает 12 садовых центров по всей России. Вот карту, на которой я вам продублировала, где мы работаем. И 7 наших представителей по дистанционным заказам. Пишите, звоните, обращайтесь. Номер телефона горячей линии бесплатный. Звонок по России бесплатный. 8 800 249 81. Мы работаем с 9 до 18 с вашими входящими звонками. А после 18 отбираем ваши посылки. Я желаю нам с вами хорошей весны, отличного лета и, конечно же, замечательного настроения.